Всем привет. Сбылась мечта идиоты. У меня теперь есть рыжий коте. Вот он. Нет, это баба. Ну покажите мне коты. Я сказал рыжий. Я имел в виду пушистый. Ну, кстати, он рыжий, да, действительно. Но он не такой красивый, как если бы он был синим. Блин, на картинке он симпатичнее выглядит. Он какой-то урод. Ну и, конечно же, самый эпик — это то, что на сержантах мы попали синие против оранжевых. Что нам против них делать, я даже не представляю. Но по фану 10 минут можно побегать. Ничего с нами от этого не будет. Криво там уже нахватало. Ну, просто такие ребята собрались. Развлечемся. И масочка такая. Чук-чук-чук. Коты, покажи свою мордаху. А, не, симпатичный. Ну, все-таки желтый цвет, но это бредятина. Они еще и даблой на меде встали против синей кривы. Давай, тень, харась, харась. Только видите, сколько урона я ему наношу? Нисколько. Вообще. Обожаю драку. Будет весело. Атакуем вместе. Снизу где-то один. Фору даю, что ли? Мужик. И уже не мужик. Ой. Лови. Я тоже люблю командовать. Ну, иди к мамочке. Иди к мамочке. Коты-коты, кис-кис. Давай, на меня, на меня, на меня. Разорвем. Ну, смотри-ка, есть шанс. Бобер, правда, выхиливается. Да, надо Манорегин учить. Я тоже люблю командовать. Нет, нет. Ну, иди к мамочке. О, смотри-ка, первая кровь наш синий дед сделал. Сейчас отомрет, правда? Нет, жив. Вот это удар. Парни держатся. Обожаю драку. Пути. Я уже почти там. Не знаю, пусть он там вас хитит и что там хочет делает. Мне надо манку поднакопить. Будет весело.
Так, ниндзя на синего заходит. Забрали ниндзя, смотри. Ой, как лагануло. Будет весело. Лови. Ну, в принципе, им делать вообще ничего не надо. Вот серьезно. Им просто, вот качай, не качай. А им просто подождать до лейта. И все. И никаких проблем не будет. В лейте они спокойненько там. Нас сделают вообще без вопросов. Там варды что ли стоят? Откуда они знают? Я тоже люблю командовать. ВДВ еще не вылезал или вылезал? Угу. Развлечемся. Коты-коты, кис-кис. Ну, какой дамаг я ему наношу? Ну, в принципе, кстати, наношу. Иди к мамочке. Коты-коты, кис-кис. Будет весело. Лови. Там просто ВДВ с прокаста будет каждого убивать. Ему для этого ничего не надо делать. Ему просто нажать пару кнопочек и все. Ой, ой, завис. Я уже почти там. Обожаю драку. Развлечемся. Атакуем вместе. Ну, иди к мамочке. Вот это удар. Вот что мне с ним делать? У него отхил идет больше, чем я ему урон наношу. Обожаю драку. Мастерство. В пути. Атакуем вместе. Благо он не выйдет ничего. Ну, иди к мамочке. Я уже почти там. Лови. Че, в принципе, ульту могу с него снять, наверное. Ну, иди к мамочке. Если повезет. Я уже почти там. Но он уже пол хп себе установил. Обожаю драку. Атакуем вместе. Я тоже люблю командовать. Я уже почти там. Не знаю, ну вот если кто-нибудь поможет. Ну, иди к мамочке.
Я тоже люблю командовать. Обожаю драку. Пути. Оп-оп-оп-оп-оп. Коты-коты-кис-кис, блин. Развлечемся. Ну, иди к мамочке. Коты-коты-кис-кис. Будет весело. Так, мяч. Куда ты подевался? Я тоже люблю командовать. Разорвём. В нашем лесу? Че ты кошку-то мою бьешь? Кота-кота, кис-кис. Я уже почти там. Лови. Ну, иди к мамочке. Кота-кота, кис-кис. Вон обновка. Зачем ты тень взяла обнову? Скажи мне, пожалуйста. Ну, иди к мамочке. Я уже почти там. Ну вот он, 14-й меч. Рыжая морда. Еще и с печенкой, главное. Оу. Атакуем вместе. Это печально. Я тоже люблю командовать. Вот, это вот. Вот казалось бы, я его просаживаю, да? Но толку от этого никакого. Ты зачем корни пустил на кошку? Ты что, дурак? Видимо, рыжие ребята, они такие. Пока 5-2. Но они специально затягивают, скорее всего. Оу. Опять подлагивает. Может быть, тень заходит. Кошечку сделать. Вот это удар. Я тоже люблю командовать. Так, наши там сражаются, но я пытаюсь сдерживать меча, блин, кое-как. Союзник. Атакуем вместе. Развлечемся.
Нет, вроде как накидываю ему. Но он, смотрите, на пофиг стоит. Эх. Вот чуть-чуть не хватает. Был бы я рыжим КТ. Понятно. Пошли в жопу. Встаньте вот мои кошки. Ну, иди к мамочке. Лови. В пути. Смотри, на пофиг просто идут, ребята. А, засали. Обожаю драку. Так. Может быть, имеет смысл ледяночки, действительно. Атакуем вместе. Отлично, наши пока там забирают, я развлекаю этих двух перцев. Вот это удар. Ну, иди к мамочке. Башня, бей ВДВ. Че бьешь крипов? Никто не хочет, да, я смотрю. Давай, 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 давай. Сейчас будет. Сейчас все будет. Отлично. О! Пошла пьянка. Стоило прийти всем. Сразу все отлично. О, принц. Просто жесть. Просто жесть. Котейку надо забрать. Да, масочка, давай. Отличный врыв. Будет весело. Так, вон там сверху опять они вернулись. Куда ты собрался, дружок? Куда? Отлично. Ты что-то с чем-то. Я уже почти там. Давайте дальше пушить. Лови. Пока самое главное у них там. Хотя можно и подраться. Наги надо отходить. Эх. Вот это,
Ну! Нормально забрал. И главное, я в инвизе продолжал бежать, хотя... А, из-за того, что хилял кошку. Нормально. Так, меч идет. Криво успеет? Не успела. Давай драться. Так, они решили подраться, да? Ну тенька, ну вот это, ну нормально. Ой, КТ моего бьют. Нет, КТ, живи. Обожаю драку. Ну, иди к мамочке. Мой дорогой Коте, пушистый Коте. Нага дерется. Мне кажется, отомрет сейчас. Атакуем вместе. Вот это удар. Кот, я тоже люблю командовать. Ну, иди к мамочке. Так. Что-то у них ВДВ давно не видно. Так, надо бы еще проворку взять. Что-то я задумался, перекач, как пишется правильно. Вообще-то они сейчас вместе соберутся и все. Хотя, наверное, без мягкого знака. Где мой КТ? Ну, бей. О, маска в дерево попала, отлично. Ах ты дрянь, а? Мой КТ умер. Мой КТ умер бежать. Маска лакерша вообще просто такая. Я тоже люблю командовать. Череда побед. Оу. К
он успел отхиляться-то? Я уже почти там. В пути. Так, а у них с глазом кто-нибудь там есть, нет? А, маска. Понял. Да, крипы тут уже ломают во все. Так, ВДВ минус. Ну, я имею в виду минус ульта у ВДВ. Где она, где она? Отлично. На, гнебочь меня, пожалуйста. Я быстрее тебя бегаю. Драка, 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 да. Я тоже люблю командовать. Хитрый возьму. Чем здесь есть? Писали, что за нас Нага только играет. Конечно, только Нага играет. Больше никто не играет. Что-то как это у меня один на один, а так секунду. Это, видимо, нет ульты еще, да? Да. Скажу вам, ребят, это было очень неожиданно. И это, конечно, огромный показатель того, какие люди играют рыжими персонажами. Как они докачались до этого, я не представляю. Давайте ГЗ ломать. Кошку просунуть за ним. Вот нахрена заниматься вот херней. Вот это минус этих сержантов. Что вместо того, чтобы ломать ГЗ... Страдает какой-то херней. Я ломаю ГЗ, вы как хотите. Расплата. Меня умудрились забрать там. Неистребимая. 5-1. Да, вот так вот неожиданно завершился этот бой. Я, конечно, ожидал, что они хоть и сержанты рыжие, но все-таки соберутся в конце и что-то сделают, но нифига у них не получилось. Да,